Я бы спросила у него, как он не побоялся перед лицом смерти ответить так. Там уже другого пути не было, ему пришлось это сделать. Такой поступок, он очень дорогого стоит. Он на самом деле показал свой мужественный дух. Он показал то, что он не боится их. По сути дела, для всего Дагестана, а может быть даже и для всей страны, он стал героем. Потому что он сумел смело и прямо заявить бандитам о том, что не они являются сегодня хозяевами жизни, а хозяевами являются те, кто живет на этой земле. Удивительный, чарующий край, самобытный и сложный. Здесь, на небольшом пятачке земли, живет около 100 национальностей. Эти обстоятельства во многом определили историю Дагестана и менталитет его жителей. Здесь веками складывались негласные правила уважения к традициям и обычаям других народов, умение жить в дружбе и мире. Здесь любят и умеют встречать гостей. Вообще, на самом деле, это добрая традиция Кавказа и особенно Дагестана. Когда все люди, которые находятся рядом с тобой и которые протянули тебе руку, они на самом деле больше становятся больше, чем друзья. Дагестан – это республика многонациональная и многоконфессиональная. Горная республика. У нас основных титульных наций считается где-то 13 национальностей. Это у кого свои письма, свой язык, свою прессу, телевидение, газеты. 13 официальных языков в республике, где проживает немногим более 2 миллионов человек. «Созвездие народов», сказал о своей родине великий дагестанский поэт Расул Гамзатов, чьи строки и стихотворения «Журавли» разошлись по всему миру. Июля 2016 года в Дагестане героически погиб лейтенант полиции Магомед Нурбагандов. Не испугавшись террористов, перед лицом смерти он обратился ко всем сослуживцам со словами, которые вскоре станут известны всей стране: «Работайте, братья!». Здесь, на родине Расула Гамзатова, Магомед Нурбагандов начинал свою службу на охране строящейся Гацатлинской ГЭС. Познакомились мы в служебной обстановке. У нас общий класс был, где мы статьи учили, как мы готовились к аттестации. Свою будущую профессию Магомед Махмудов выбирал просто. В их семье у мужчин принято служить родине. Как вырос, как отучился, появилось желание поработать в полиции. У меня брат тоже по погранчасти работает. У нас это как-то принято. Вся семья в одно и то же русло идет. В буднях полицейской работы характер сослуживца определяется, что называется, на раз. Вроде бы мелочи, незначительные поступки, но по ним сразу понятно, можно ли с этим человеком идти в разведку. Один такой случай Магомед Махмудов запомнил навсегда. Есть контрольно-пропускной пункт КГЭС. Один объект заканчивали, другой начинали. И контрольно-пропускной пункт, он уже был готов к сдаче. И эти рабочие проходили через этот турникет, где металлоискатель. На входе обязательно должен был стоять сотрудник охраны. Дежурили по очереди. Но неожиданно один из постовых отказался от очередной смены. И другой постовой говорит, там радиация. Я, говорит, там работать не хочу, типа, для здоровья вредно. И этот Нурбагантов сразу говорит, да какая радиация, давай, говорит, я пойду. И он сразу туда пошел. Через год друзья закончили стажировку. Магомед Нурбагандов нашел новое место службы, поближе к родному дому. Четверг,
9 июня 2016 года. Обычный рабочий день. Но Магомед отпросился с работы. На побывку из далекого Новосибирска приехал младший брат Арсен, курсант военного училища. Очень хотелось пообщаться. Решили всей большой семьей отправиться на природу. Это окраина села. Туда ходят с детьми погулять. Там, ну, такая ситуация, в общем, кто-то хочет там выехать, поиграть в волейбол, футбол, пикник организовать. Само по себе место безопасное, именно ну, на тот период времени. Перед этим, в 15 году, там же, на этом месте, вот ребята вот ходили, майорку, там были мы уже. И вот в 16 году, ну, все, уже люди расслабились, спокойные. Вечером после ужина вся компания засобиралась домой. Но Магомед с братьями решили остаться и переночевать в палатках, поговорить. Ведь так редко теперь видятся. Я так как-то ничего не сказал, особенно вот брата, жена, она была, говорит, давайте пойдем, да хватит ночью, где-то чего-то сами. Кумсят тоже сказал им, но говорит, мама говорит, давай попозже мы, может, приедем, все такое, вот так, ну, оставили мы их. Казалось бы, что может угрожать сильным мужчинам в 10 минутах ходьбы от дома? Самый старший – Магомед, полицейский. Абдурашид – мастер спорта по вольной борьбе. Чемпион России по смешанным единоборствам. Арсен – курсант военного училища, спецназовец. Самому младшему брату уже 14. Удивительно, говорят же, мать чувствует, но у меня ту ночь вообще не было. Вот мы приехали. Поздно легли тоже ночью, но не было ничего, не почувствовал абсолютно. Никто не мог представить себе, что эта ночь перевернет судьбу не только семьи Нурбагандовых. Она отзовется в сердце всего Дагестана, станет спусковым крючком событий, которые навсегда покончат с терроризмом в республике. Магомед Нурбагандов родился в небольшом районном центре Сергокала. Когда-то здесь располагался форпост русских войск на Кавказе. Крепость Дишлагар с воинским гарнизоном в 1500 человек. Сегодня в Сергокале почти ничего не напоминает о его воинственной истории. Современный поселок с 9000-ным населением, школой, больницей, детскими садами. Мы являемся даргинцами. Это вторая по численности национальность по республике. Первый маварцы, второй даргинцы. И мы являемся уроженцами селения Урахе Сергокаленского района. По старой доброй традиции, учителя физики Нурбаганда Нурбагандова с его будущей невестой Кумсият познакомили родители. Мой отец и его отец были всегда хорошими друзьями. Вот нас познакомили, подвели друг другу, познакомьтесь, посмотрите друг другу, это, видите? И согласились, дали согласие. И вот уже 40 лет живем мы вместе. В их дружной семье один за другим появились трое детей. Сын Магомед родился уже на излете советской эпохи, в 1985 году. Наступали непростые времена. Отцу приходилось постоянно работать. Уходил, они спали. Приходил, спали. Я утром их в садик вожу, вечером привожу. И все время, а где же папа? Опять нету. Бывали иногда 3-4 дня, он не видел их. Однако крепкий отцовский характер у Магомеда проявился еще в раннем возрасте. Было ему где-то, наверное, 4 годика. Что-то он сделал, и я хотел, чтобы он извинился. А у меня свой голос немножко высокий, да, тембр высокий. И он на меня говорит, вот это по-даргински, по-нашему очень красиво. Ты что, крикун, что ли? Говорит, ты что на меня орешь? Ты нормально, говорю, скажи. Вот сделай. Если кричать будешь, говорю, я все равно как не сделаю и не извинюсь. Нурбаганд на меня посмотрел, я на него удивилась, меня аж ребенок вот такой. Вот все говорят, такой щупленький, худенький. Да, я всегда его ставлю в пример своим ученикам. Мускулы – это не показатель силы. Он был силен духом. Он и вправду не был суперменом.
самый простой парень, как многие дагестанские мальчишки, бредил футболом. Сам такой маленький был, а на турнике он так хорошо подтягивался, и все, можно сказать, с него пример брали. По соседству служили, после уроков каждый день встречались, футбол играли, вместе с спортивной секцией пощали. Все время он говорил, даже если бы было, как в городах, вот этой футбольной секции, туда ходил бы как больше, профессию другую как не выбрал бы. Но после школы выбрать пришлось совсем другую профессию. После окончания средней школы, он школу тоже золотой медалью закончил, и я говорю, куда ведет? Это юриста. И он и поступил. Потому что он верил, что закон и есть порядок. И только так может добиться справедливости. А несправедливости вокруг было много. Взросление Магомеда пришлось на самые тревожные для республики годы. Знаете, после распада Советского Союза к нам в республику пошли разного рода функционеры, в том числе от религиозных организаций международных. Наши граждане очень много начали выезжать за границу, в том числе для учебы в религиозных учреждениях. И не все они выполняли ту задачу, которая стоит перед религиозными организациями. Часть из них подпадала под этих радикальные структуры, вербовки и так далее, возвращаясь на территорию республики, они создавали здесь соответствующие ячейки, которые ну, не были традиционными для республики. 92-й год. После окончания высшей школы милиции я был назначен простым опером, уполномоченным МВД Дагестана. Это были для Дагестана и в целом для России очень сложные годы. Дагестанская милиция, без преувеличения, одевая форму и выходя на работу, уже совершали героический поступок. Мы тогда не знали, где враг, где свой. Каждый день гаишников бывали в городе. Просто снайперы берут и снимали. И это были все выстрелы из-за угла, выстрелы в затылок. Так, например, я потерял своего коллегу, которого выстрелом в затылок убили, человек, который возвращался домой к своей семье. 7 августа 1999 года боевики террористов Хатаба и Шамиля Басаева вторгаются на территорию Дагестана. На их пути встают не только силовые структуры, но и простые жители Дагестана. Оружие в руки берут ополченцы. Они встречают ваххабитов готовностью умереть за свою землю. Ожесточенные бои разворачиваются недалеко от селения Ботлих. Сотни убитых и раненых, разоренные села. Лишь после двухнедельных боев террористов удается вытеснить из республики. Однако граница по-прежнему открыта. Небольшими, но боеспособными отрядами, проникая в республику, бандиты наводят страх и панику на жителей Дагестана. В 99-м Магомеду исполнилось 14 лет. Он уже вполне осознает, что творится вокруг. Ни одного дня без сообщения о взрывах, убийствах, поджогах. Люди боятся выходить на улицу, отпускать детей погулять. А в школе одноклассники шепчутся о том, что тот или иной вчерашний выпускник, которого они хорошо знают, ушел в лес. Где-то, может быть, на определенном этапе мы упустили наших детей. Потому что начали смотреть, как говорят в кавычках, в лес начали смотреть ребята. Многие уходили, молодые люди погибали. Ильяс, такой мальчик был, вроде и в КВН участвовал. Такой веселый, такой современный мальчишка. Я не знаю, примкнул в эту группу, там родственники его, двоюродные братья или кто-то там, в общем, увлекли его. Магомед, с детства привыкший поступать и мыслить самостоятельно, пытался открыть своим сверстникам глаза, уговаривал не поддаваться на вербовку. Но мальчишки, с которыми еще вчера вместе играли в футбол или КВН, как загипнотизированные, шли за бандитами и погибали.
Магомед уже тогда понимал, что террористы сеют смерть и страх на его родной земле. Просто органически не переваривал этих людей. Здесь вот эти, кто ходили с этими бородами, эти, другие, он это очень так агрессивно воспринимал это все. В 2009 году обнаглевшие бандиты среди бела дня на глазах у сослуживцев из снайперской винтовки застрелили министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Это был вызов не только для республики, но и для всей России. Именно в это сложное время пост министра занял генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. Работу свою он знал досконально. С 1986 года служил в следственных органах и прекрасно понимал, с каким опасным врагом они столкнулись. 2010 год – это был пиковый такой год активности бандподполья в республике. По нашим данным, оперативным данным и наших коллег с Федеральной службы безопасности, в лесных массивах, городах одновременно до 300 бандитов вооруженных. Поэтому мы столкнулись с тем, что в 2010 году мы потеряли 103 сотрудника органов внутренних дел только. Двойной теракт на окраине Махачкалы совершен минувшей ночью. Первый взрыв легковушки был приманкой. На месте сразу собирается толпа народа. Прибывают пожарные и полицейские и начинают оказывать помощь раненым. Полицейские, как смогли, старались разогнать зевак и отодвинуть людей на безопасное расстояние, но не успели. В это время прогремел второй взрыв. То есть и те, и другие попали в ловушку. Газель взорвалась почти в десятки метров от толпы. Вы представляете, они хотели сломить дух милиционеров, дух народа Дагестана, дух российский наш. Но нет, такие, как Магомед Нурбагандов показал. Ребята, работайте. Утро 10 июля 2016 года принесло в село Сергокалу большую беду. Это было 10 минут 5 утра. Когда мальчик прибежал во двор и начал стучаться. Я открываю дверь, он плачет, и он мне сказал, что убили брата. Я, как убили брата, он говорит, бородачи. Я сразу выехал туда. Это буквально 5 минут не прошло, пока я туда доехал. Но уже их никого не было, я нашел только Абдурашида возле палатки. А Магомеда с Арсеном, с моим вторым сыном, их там не было. Я спрашиваю у другого моего сына, где братья? Он говорит, я не знаю, их забрали, наверное, я не знаю. Точно по времени, могу сказать, 5 минут прошло, 10 минут прошло. И такой шум с чаши, из леса, и смотрю, сын идет мой. На плече этого Магомеда несет, и он вышел из леса. О гибели Магомеда я узнал, я находился в отпуску в этот момент. И я утром на пробежке, ко мне позвонил двоюродный брат, и это было около 7 утра. Он говорит, ты в курсе, то, что убили Магомеда и Абдурашида? Меня это очень шокировало. И потом мне стали известны все эти ужасные подробности этого всего события. Пятеро боевиков напали на братьев Нурбагандовых, когда те спали. Спящих связали. Перетряхнули все вещи и нашли служебное удостоверение Магомеда. Вероятно, план у бандитов созрел на месте. Нужно устроить психологический террор, запугать местную полицию. После окончания юридического факультета Магомед мечтал стать мировым судьей. Однако не нашел места по специальности. Незадолго до гибели он принял присягу и пошел служить в органы внутренних дел. Как это? Ты же вроде же, говорю, не хотел это. Ну и что же, говорит, кто-то же должен работать, как же не будет. Говорит, надо же, говорит, от этой нечисти, говорю, избавляться. Здравствуйте. Как дела у вас? Заур Амаров
Полковник полиции и начальник отдела вневедомственной охраны в Каспийске обрадовался, когда среди своих подчиненных увидел Магомеда Нурбагандова. Они были выходцами из одного района и знали друг друга с детства. Сверхпозитивным он был даже. Но оружие, конечно, он держать в руках умел, так как каждый сотрудник полиции обязан уметь обращаться, пользоваться огнестрельным оружием, знать его порядок применения, использования и так далее. Один раз сестра Ирина, моя дочка старшая, она говорит: не ходи до Магомеда в форме, ты когда по улице ходишь, я боюсь, не ходи. Что, говорит, сестра, я сейчас, ты думаешь, говорит, из-за этих подонков форму сниму, там на работе в форме, а на улице без формы, что ли? Такого, говорит, от меня ты не ожидай, говорит, это человек, говорит, умирает один раз. Работа молодого лейтенанта никак не была связана с боевой службой. На оперативные задания он не выезжал, бандитов не ликвидировал, занимался тем, что проверял точность составления нормативно-правовых документов. Вечером торопился к семье, молодой жене и двум маленьким детям, а по выходным ездил в родную Сергокалу повидать родителей и двоюродных братьев, которых очень любил. Он был для них всегда старше. Его слово было для них законом. Все, что он говорил, это выполнялось беспрекословно. Вот настолько такие были отношения. Четыре брата у него, двоюродных. И примером он для них был. Он был вообще на такой высоте, это для них Удзи называли. Они Мага Удзи, это значит брат. Десятое июля, 2016 год. Брат Абдурашид Нурбагандов погиб первым. Он был самым сильным и отчаянно бросился на бандитов со связанными руками. От Магомеда вооруженные подонки стали требовать, чтобы он на камеру сказал всем полицейским: «Бросайте оружие, никто не смеет противостоять хозяевам леса». Однако сломить дух Магомеда Нурбагандова террористам не удалось. Герой предпочел смерть предательству. Арсен чудом остался жив. Если бы они узнали, что он военнослужащий, они ни за что бы его не оставили. Просто чудом не смогли его телефон разблокировать. И вот он сохранили ему жизнь. Сказали: иди забери своего брата и иди скажи, что это мы сделали. Спустя несколько дней ответственность за гибель братьев Нурбагандовых взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Бандиты называли себя ее рекрутами. Они выложили в соцсети ролик с расправой, снабдив его издевательскими комментариями. Якобы полицейский просил, умолял оставить его в живых. Буквально, может быть, где-то неделя прошла, или 3-4 дня, сейчас точно не могу сказать, его пустили по своим каналам эти. Но я этот не видел и не могу я смотреть, не хочу, не смотрел я его. Я говорю, я никогда не поверю, я говорю, своего сына я знаю, что он скажет, что он сделает, я говорю, никогда, если даже весь мир будет говорить, так я говорю, этому не поверю. Но бандитская версия гибели Магомеда недолго гуляла в соцсетях. Уже через неделю полиция и Федеральная служба безопасности нашли террористов. Кто-то погиб в перестрелке, двоих удалось взять живыми. И у одного из этих самых в кармане нашли этот телефон. Его нашли, передали министру МВД. Мне позвонил командир СОБР нашего и сказал, что он нашел у него вот этот телефон, на который записывалось первоначально и в полном объеме все то, что произошло 10 июля. И он эмоционально это объяснял. Я говорю, все, приезжай, говорю, я посмотрю. И, ну, конечно, это был шок. Поймали капера, сотрудника, младшего лейтенанта полиции Нурбагандова, Магомеда Нурбагандовича. Ты да это, короче? Да, я это. Скажи это. А ты там скажи. Что сказать? Чтобы не работали. Что? Работайте, братья. Почему нет? Уже что говорить?
первым делом я подумал, а как бы я поступил в этой ситуации, как бы я себя вел бы, потому что рядом лежит убитый брат, и к нему обращаются «откажись», и он понимает, что его убьют, если он не будет искать пути, как бы смягчить их, бандитов, отношение к себе. Ну и при этом он вот сказал эти два слова, которые фактически они могли быть сказаны только человеком героическим. Это, конечно, было тяжело на это смотреть, но то, что перед страхом смерти этот человек произнес такие слова, не испугался, дал призыв практически для всех сотрудников, он и стал героем. Потому что перед страхом смерти мы не знаем, как поступит кто-то из нас. Он поступил так. Наверное, это правильное понимание чувства братства и родства не только с теми, кто брат и сродни по крови, но и с теми, кто находится с тобой рядом, кому ты доверяешь. Мы сами знаем, как бы мы поступили. Я даже первое время думала, хоть бы ты, Магомед, попросил бы, сказал бы, что у тебя есть дети. Ну, почему ты так не сделал? Те люди, которые стояли перед ним по ту сторону камеры, он просто их не посчитал ровнее себя. Это мое мнение. И именно поэтому он так сказал. Именно поэтому он не смог там перед ними унижаться. Видео с телефона министр Магомедов немедленно передал в администрацию президента. Реакция последовала незамедлительно. Вскоре убитым горем родителям позвонили и пригласили приехать в Москву. Вам говорят, герои дают, поэтому президента встреча. И вот мы и поехали туда. И, конечно, встреча была очень сильно, очень впечатляющая. Говорю о лейтенанте полиции из Дагестана Магомеде Нурбагандове, который посмертно удостоен звезды Героя Российской Федерации. Сегодня здесь присутствуют его родители. Владимир Владимирович нас своим таким отношением, своим теплым, таким чувственным отношением к нам, он нас вдохновил, окрылил, как говорится, дал, значит, смысл жизни нам дал, что надо продолжать жизнь, что мы еще нужны. Есть у вас еще внуки, есть дети, вам работать нужно, помнить надо. Когда он еще маленький был в начальных классах, в втором, третьем классе, он был сильным драчуном. Я постоянно боялась, я ее ругала, почему ты не оставляешь это. А потом пошел в пятый класс, он совсем изменился. Это он в втором классе сам нарисовал все это, здесь тоже подписал и пишет. Дорогая моя мама, поздравляю тебя с праздником 8 марта. Желаю тебе самого лучшего, здоровья, счастья. И чтоб на твоих глазах не было слез никогда. Если ты счастлива, то рад и я. Если тебе грустно, то мне тоже. Так будь же счастлива, моя мама. Твой сын Нурбагандов Магомед Нурбагандович. Подпись тоже поставил. Сегодня дети и жена Магомеда живут в доме Нурбагандовых. Старшего сына назвали в честь деда Нурбагандом. В семье такая традиция. Уже 5 поколений первенцев носят имя деда, либо Магомед, либо Нурбаганд. Мальчик так понимает, он же знает его, он не забыл. А девочка маленькая же была, 3 года. Особо она не помнит, а Нурбаган помнит его хорошо. Просто я рассказываю, как он был, когда маленьким, что он делал, какой был, как учился, все это. Я им примером вожу, твой папа вот так делал, ты тоже делай так. В 2021 году Нурбаган Нурбагандов, отец героя, был избран депутатом Государственной Думы. Теперь по долгу службы он часто бывает в Москве. Работает много, стольким людям нужно помочь, столько наказов выполнить. Да, я еще здесь не уезжал, в Москву. Я каждый день бываю у него на могилке. Особенно, когда вот такие вопросы становились, вот воспитание внуков, когда предложили работу.
Я считаю, что он это же все то, что я делаю, это откуда-то же не упало это все. Значит, это сверху он мне это показывает дорогу. Поэтому я иду, делаю это все. 6 лет прошло уже, мирозонный приснился мне. Представляете? Чужие люди, все видят, все рассказывают, что вот так видели, так видели. Его голос слышу я, где-то там разговаривает далеко, голос слышу, смех его слышу. А лицо самого вот так я его не вижу. Именем героя России Магомеда Нурбагандова названы улица Сергокалы и школа, в которой он учился, в которой работал и его дед, и его отец. Домой иду после работы, если в парке вот увижу памятник, даже не верится, вот я с ним училась, мой одноклассник, как будто вот, не знаю, не верится. Каждый учитель мечтает, чтобы в его биографии был такой ученик. Вот у меня он был. И я все время повторяю, он для меня героем был всегда. Даже если бы не произошло бы это событие, он для меня был тем, кем я гордилась, на кого я равняла всех своих учеников. Очень долго мы не могли поверить в это. Хотя столько лет прошло, честно говоря, кажется, что он где-то есть. И то, что он ушел так героически, наверное, это его миссия была на этой земле, чтобы по следующим поколениям дать такой, таким быть флагманом, таким огоньком, за которым надо следовать. В тот день, когда мы приехали снимать в школу имени Нурбагандова, оказалось, что педагоги решили организовать большой урок биологии прямо на природе. Может быть, это уверенность в безопасности своих детей – и есть самая главная награда нашему герою. Давно ждала этого похода. Очень приятно находиться здесь со всей школой, радостно. Нас защищает наша полиция, нас защищает такие же, как и Магомед Нурбагандов. Поэтому я уверена в своей защите. Я буду поступать в университет, учиться. Хочу закончить его с отличием, стать хорошим врачом. Я уже определился с колледжем и с вузом. Хочу выпуститься на красный диплом и найти хорошую работу. Я хотел поступить на юридическое образование, а там уже как пойдет. Я хочу поступить на архитектора. Буду поступать в Махачкале. Я хочу, чтобы люди были здоровыми и помогать людям в трудные минуты их жизни. Он призвал нас, работайте, братья. Мы приняли это как наказ и работаем. Я не говорю, что мы эту проблему решили в корне, но вот с активным банподпольем в республике мы разобрались. Ну, задач еще очень много. На 9 мая 2017 года было совместное решение принято руководство МВД республики во главе с министром внутренних дел Абдурашид Магомедовичем Магомедовым и медико-санитарной части посадить деревья в честь погибших сотрудников МВД, героев России, с именными дощечками. Мы находимся в музее истории Министерства внутренних дел по Республике Дагестан. Наш музей был открыт 18 мая 2004 года. Основоположниками музея являются министр внутренних дел по Республике Дагестан Магомед Тагиров Адильгирей Магомедович, который погиб от рук вооруженного преступника, и его помощник Мурат Муратханов.
Первая экспозиция, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это стенд с нашими героями. Здесь мемориал, построенный в честь павших сотрудников органов внутренних дел за всю историю Министерства внутренних дел по Республике Дагестан. Здесь вот на этой плите герои России. У нас в МВД 16 героев России. К сожалению, 13 из них присвоено посмертно. В том числе лейтенант полиции Нурбагандов Магомед Нурбагандович. «Работайте, братья». Эта простая, но наполненная невероятной силой фраза стала уже паролем не только у сотрудников органов внутренних дел, но и у военных, спасателей и даже у врачей. Везде, где речь идет о служении и самоотверженности. Я для себя открывал, что вдруг вижу полицейскую машину, и там «Работайте, братья, работаем, брат». Скажу больше, вот этот девиз «Работайте, братья» — это та история, которая имеет и сегодня продолжение. В Сирии я наблюдал движение колонны наших войск, нашей техники на номерных площадках, где должны крепиться номерные знаки. Там была такая прямоугольная табличка, на которой было написано «Работаем, брат». Потому что события в Сирии – это продолжение борьбы с террористическими организациями, которые даже с той территории представляли угрозу нашей стране. И вот там ребята ни по команде, ни по каким-то позициям, связанным с обязательным исполнением этого элемента, да, они просто ответили на призыв 16-го года и сказали: мы и здесь работаем, брат, и мы больше в Россию этой грязи не допустим. Мы еще не систематизировали все это дело. Мы будем создавать отдельную комнату, как под музей. А так вот здесь собрали его, можно сказать, самый дорогой. Вот звезда, Магомеда, которая вручена. Многие люди, особенно молодежь, сердцем отозвались на подвиг Магомеда Нурбагандова. Они пишут стихи, картины, песни. Они хотят быть похожими на своего брата. Я хотел бы повторить фразу героя России Магомеда Нурбагандова и обратиться к нашим коллегам, полицейским, не только дагестанским, всем нашим полицейским, нашим коллегам, братьям, сказать: работайте, братья. У нас еще очень много проблем, которые мы должны решить для того, чтобы обеспечить безопасность, мир и спокойствие в нашей стране. Работайте, братья. Работайте, братья. Работайте, братья. Офицерская честь и верность присяге. Лейтенант Нурбагандов за нас жизнь отдал. В сердце Россия, в сердце отвага. Работайте, братья, он смело сказал. Работайте, братья, глаза как живой. Сын Дагестана, России герой. Кавказские горы скорбно молчат. Работайте, братья. Работаем, брат.